Приветик, приветик. Сейчас буду вам показывать то, что мы вчера купили. А вы посмотрите, скажу вам цены, озвучу, не знаю, как повысились, не или это у нас вот каждый месяц повышение идет. Сейчас я вам покажу. Так, сейчас я телефон переставлю. Так, девочки, вот масло. Это масло у нас рисовое масло. Вот из шелухи риса делают масло. И оно какое-то там полезное, говорят. Растительное масло из шелухи риса. Стоит оно, литр масла стоит 180 рупий. 1 рупия это где-то 79, по-моему. 1 доллар это 79 рупий. Вот это масло. Это масло горчичное у нас. Обычно мы на нем жарим рыбу, добавляем салаты кое-какие там. Ну, оно такое, запах такой очень резкий. Вот так я складываю сюда. Буду складывать. Так, это мы купили вот такую мелкую фасоль. Вот. Стоит она. Полкилограмма стоит 84 рупии. Вот такая фасолька. Очень вкусно я делаю на тосты. Кладу эту фасольку отваренную уже, смешиваю ее с томатом, с кетчупом. Кладу на этот тост и засыпаю сыром и в духовку. Очень вкусно, девочки. Так, это мы купили. Этот отс, как? Овсянку мы купили. С томатным, это с масалой такой. Индийцы ж любят не простую, а какую-нибудь такую вкусненькую. Вот они тут добавляют какие-то там томаты тут добавлены, сухие, наверное. Ну такое вот, с масалой. То есть залей водой и там немножко прокипятить. Так. Стоит это у нас. Полкилограмма стоит 202 рупии. Так, далее мы купили, мы в этом магазине покупаем, у нас очень дорого, здесь гораздо дешевле, мы экономим. Здесь этот пакет килограммовый стоил 793, у нас 1000, да, Сурат? У нас это стоит в магазине 1000 килограмм, а тут 793, ну почти, ну 207 рупий мы экономим с каждого пакета, мы взяли 2 килограмма. У нас орехи грецкие очень дорогие. Я говорю, у меня у бабушки дерево, там девать некуда были эти орехи на Украине. А здесь вот покупаем за такие большие деньги. Вот это стоит 67 рупий килограмм. Это вот я вам показывала, на завтрак мы готовим, называется пога. Это хлопья, рис расплющенный, такие хлопья риса. Готовится с овощами. Это у нас на завтрак. Вот. Потом мы купили вот эту розовую соль, вот эту гималайскую, Rock Salt. Вот. Она стоит уже 130. Я покупала раньше по 100. Сейчас она стоит у нас в магазине 130 рупий в нашем магазине, вот который в конце улицы. А это стоит, вчера вот была акция, стоит 99 рупий. Один пакет и один фри. Представляете? 130, а тут на 100 получается, а тут 50 получается. Вот во сколько раз дешевле. Так. Тут мы набрали. Мы сначала брали в пакетах, в упаковках. А там, как выяснилось, в упаковке вот эти вещи все дороже немножко получается, чем вот, которые мы сами себе насыпаем. Вот мы купили арахис, который стоит 165 рупий, тут кило 200. Потом я по баночкам. Баночек у меня достаточно. Распределю по баночкам. Это вот сабудана, вот сагу. Вот если вы видите, вон видите мелкие. У меня на канале есть, как мы готовим это сагу, какое оно полезное блюдо. Это тоже все, это завтраки у нас такие бывают. А вот сагу стоит 100, кило 368 грамм. Стоит 113 рупий 54 пейса. Это мы взяли цветы, семена лотоса. Вот такие семена лотоса. Тоже это очень полезная штука. Ну вот просто как снэк. Я вот так ги, немножечко ги, в этот вок
кладу вот это и немножечко так подсушить, чтобы они такие криспи, ну, чтобы хрустели. И такое, знаете, как перекус такой небольшой. Так, ну здесь мы брали рис. Ой, семена лотоса я вам не сказала, сколько стоит. Так, 100 рупий, короче, 101 рупия, а тут 160 грамм. Они очень легкие, как пенопластовые такие. Так, девочки, здесь рис, но это вам не интересно. Тут разный мы рис брали. Вот, тут кило 200 рис этот стоит 75 рупий, а этот кило 300 стоит 60 рупий. И вот еще как. А, это рис. И этот рис, кило 400. Ну, короче, тут мы три разных, тут риса очень много сортов. Мы взяли три разных тут. И для бириани вот этот, как он называется, басмати. Вот рис, который длинный такой для бириани. И вот здесь такие, которые мы каждый день едим. Вот, вот такие, такой рис. А вообще риса очень много. Это мы взяли нутовая мука Десан, из которой мы готовим покоры, ну и различные вкусности. Типа блинов, вот что-то такое, чила называется. В общем, много тут чего, что готовится из нутовой муки. Так, это вот чечевица аргардал называется. Это такая вот желтая такая чечевица белая. Вот, это у нас что? Сахар? Нет. О, это тоже рис. Это тоже какой-то рис, но не буду вам озвучивать, не буду вас нагружать. Так, еще у нас сахар где-то был, не знаю, где-то мы уже выложили. А, вот тут сахар. Так, девочки, это я купила, тут нашла для супчика такие колечки. Захотелось, как в детстве, знаете, разные. То есть вермишелька такая, ну это такие простые. Вот, пачечки тут. 20 рупий пачечка стоит. И вот здесь она тут еще и с масалой. И вот тут нарисовано тут всякие морковочку, там все добавить, вот такие делают. Да. Вот такая огромная упаковка, 5 килограммов. Это у нас цельнозерновая мука. Вот, 5 килограмм стоит 231 рупия. Вот такая 5-килограммовая огромная это упаковка. Так, ну а теперь я вам, девочки, покажу химию. Какую химию мы купили. А, не химию, еще вот. Купила еще кетчуп. Свит, ну, короче, острый и сладкий томатный кетчуп. Вот такая бутылочка стоит 120 рупий у нас. Вот. Сгущенное молоко. 400 грамм. 116 рупий, ну где-то $1.5. Так, это вот зубная паста Пепсодент, у вас такая тоже есть. Сколько она у нас стоит? Тут две штуки, что ли? Да, тут написано упаковка с двумя тюбиками зубной пасты по 140 грамм стоит 176 рупий, а стоило 196, 20 рупий экономия, вот здесь на этом тоже написано, что 20 рупий меньше. Вот это вот тоже зубная паста, это аюрведическая зубная паста, она вроде такая полезная, но я ее чуть не очень люблю, вкус мне не очень нравится. 200 грамм этой пасты стоит 105 рупий, ну, дорогая довольно-таки. Вот. Это я купила себе умывалку фирмы Гималая. Вы видели, я часто пользуюсь этой фирмой. Эта умывалка стоит 190 рупий. Face wash тут называется. Купила себе краску. Вот тут написано этот, ну, ревлоновская, как вы узнали, наверное, коробочку. И написано, что это светло-золотистый браун. Вот, ну не знаю, какая я получусь. Краски тут, с краской у меня напряженка. Так, вот это у нас теперь пошла химия. Это у нас жидкое мыло, как, ну, которое дезинфицирует руки также.
Стоит здесь 750 миллилитров, а цена 119 рупий. Так, сюда ставим. Я уж тут заставилась. Это жидкое мыло для посуды. Стоит 70 рупий. Пол-литра. Пол, ну, 500 миллилитров. Ой. Так, это тут я порошок купила дешевый. Это вот там кафель чистит моя помощница. Два я купила. Сегодня один я уже ей отдала. И нужно было, у нас закончился полностью. Это какой-то дешевый. Вот 70 рупий килограмм стоит. Для машинки мы, естественно, для автомата мы другой порошок покупаем. Так иногда я замачиваю ручную стирку. Тоже там Ариэль. И летает. А это вот такой дешевенький какой-то. Вот. Вот купили. Вот у нас такое мыло есть для посуды. 300 грамм мыло. Такой большой, увесистый такой пакетик. Вот. Ну, сколько стоит, девочки? Не могу найти. Что-то не видно. Ну ладно, не столь важно. Вот, это все для посуды. Вот такое мыло для посуды мы набрали. Вот это. Вот это. Тоже такое желтенькое тут с лимончиком. Вот. И вот, и вот такую вот посуду. И вот такое тоже вот для посуды. Паста. Потому что наши... Нет. Потому что наши вот эти воки, караи, это самое, их там не очистишь вот просто вот этим жидким мылом. Это у меня для тарелок. Вот. Это вот я купила какой-то, не знаю, какая-то штуковина. Какие-то тут такие пластинки, вот, допустим, на веранде сидите или на улице где-то сидите. От комаров. Вот, там, не знаю, я взяла первый раз попробовать, тоже стоило 15 рупий, стало 10 рупий, не знаю, что это такое, не пробовала. Но иногда ведь сидим на веранде и кусаются комары. Дома-то мы не используем такое, оно, наверное, там дымится. Так, и вот еще купили вот эту штуку, у нас уже две таких есть, они не годятся. Мы заказывали по интернету, вот такая для посуды. Вот, для жидкого мыла контейнер. А вот, вот сюда наливаете жидкое мыло. А потом нажимаете вот так вот. И оно должно подниматься. Ну вот мы купили один по интернету, второй купили по интернету. А они там как-то, не знаю, неплотно закрываются. Как-то так оно это самое. И оно не, у нас не работает. Вот, поэтому не знаю. Но нам сказали в течение 7 дней, если мы попробуем, если оно не работает, в течение 7 дней мы обменяем. Вот. Ну а то, что мы покупали, то, что уже у меня кое-что уже в холодильнике, кое-что это самое, мы уже начали пользоваться, это я вам не показываю. Ну вот так, вот такие все у меня покупки, девочки. Пока-пока. Так, еще забыла. Купили вот такие прищепочки. Вот когда, ну для пакета вы знаете, вот наверное, вы видите на картинке. Когда вы там какой-то, открыли какой-то пакетик, чтобы его при это самое... прикрыть. Вот такие прищепочки у нас просто были, но уже они тут теряются, ломаются. Мы купили еще. Вот стоят они 59 рупий. Ну вот их тут много. 4 больших, 4 средних и 4 маленьких. Ну 60 рупий. Ну чуть меньше доллара. Так, а вот наш приговор. Сейчас я вам покажу, возьму фронтовую камеру, потому что так у вас в зеркальном отражении получится. Так, сейчас я вам скажу, сколько мы потратили. Мы немного в этот раз брали. 5896,76 копеек мы потратили. Тут написано, снято с карточки. Вот. И сэкономили мы 1535 рупий. Я вам напишу. Вот здесь видео, сколько это в долларах. Потратили мы 75 долларов, ну а сэкономили 19,50. Это мой заработок на YouTube за 19 дней.
Вот магазин Демарт. Вот все, что мы покупали здесь. Что-то нам тут на месяц хватит, что-то на 2 месяца хватит, а что-то нам придется еще подкупать. Заморозку я вам вчера еще сняла сразу, а сегодня это сегодня ну, снимаю остальное. Вот видите, 580. Вот 580, 5896. И вот сэкономили мы, вот, посмотрите, Savage, 1535,78. Вот столько всего мы накупили. Пишите, какие у вас цены, как вам понравились. В магазине мне не разрешили снимать, вы уже знаете, но один раз я вам уже снимала. Там меня сразу поймали, там я еще как-то шифровалась, а тут было очень много обслуги, и вот они меня сразу сказали: прячьте видеокамеру, прячьте телефон, вернее. Ну все, пока-пока. Девочки, вот я уже решила проверить, потому что нам, если что, нужно в течение 7 дней это вернуть. Я налила мыло жидкое, переживала, что не будет это, потому что я говорю, я заказала по интернету. Вот, пришло мне по интернету, вот эта крышка плотно как-то там не закрывалась. И оно, естественно, оно это мыло не поднималось вверх. Вот. А это вот я налила сейчас мыло, попробовала. Вот, смотрите, смотрите, видите? Вот, нажимаешь. Мыло мы немножечко разбавляем водой, чтобы оно легче шло и не так сильно, ну, мыло легче было смыть. Нужно экономить воду, нельзя много долго смывать. Вот так. Все работает, то есть я эту вещь оставляю, я довольна.